Здравствуйте, наши уважаемые онлайн-телезрители, гости, консультанты, менеджеры, дистрибьюторы, все, кто нас смотрит в этот замечательный бодрый понедельник, первый бодрый понедельник вместе с Тапо в 2014 году. С вами, как всегда, Джордж, Майкл. И... приветствую всех вас. Я тоже приветствую. Это первый наш бодрый понедельник в 2014 году. И мы его действительно начинаем бодро, весело. Год начинается интересно, с красивых, значимых для нас уж периодов и соревнований с Османской империей. А также темой больших недель, которые у нас вовсю идут. Это Олимпийские игры, Олимпиада, Олимпийские цвета, Дух Победы, Дух Соревнований. Победы, рекорды, достижения и все, что связано с Олимпиадой, все мы воплощаем в жизнь в Тапово. Ну что же, с чего мы начнем? Мы начнем с исторических событий, с нашей традиционной рубрики в утром понедельнике. И у нас не так уж много событий, но они значимые. Я начну, пожалуй, с 1899 года. Открыта первая в России линия дальней телефонной связи. Это был, наверное, первый шаг к мобильным телефонам. Джордж. В 1858 году вышло первое в истории России, Российской империи на тот момент, почтовая марка. Ты знаешь, одно событие, да, оно сегодня также произошло. Сегодня день российской печати. Может быть, эти события каким-то образом и связаны. Что еще у нас интересного? В России в 1872 году начала работу службы погоды, не знаю, как она называлась, сейчас у нас Росгидрометцентр, и погода нас не может не радовать. Я думаю, сейчас они самая популярная служба вообще во всей России. Да? Да, я слышал такую шутку, что в России так хреново, что зима ушла в США. Интересная шутка. Ну что ж, естественно, все, во-первых, я, во-вторых, вы уже начали, да, я бы хотел поздравить всех тех, кто нас смотрит с очередным таким праздником, специфическим, существующим только у нас, это Старый Новый Год. Да, он наступает. Сегодня на завтра. Так что сегодня еще один повод отметить и уже окончательно. Завтра на работу. Да, отметить все праздники, завершить этот двухнедельный цикл. И, собственно, попрощаться с новогодними выходными. Ждать майских праздников. Ну и, конечно же, плодотворно и хорошо работать. Ну и насчет работы. Естественно, всем нам интересно, как начался уж период, как начались наши большие олимпийские недели. И для того, чтобы поделиться с вами... Прежде чем мы поделимся, у нас есть мировые новости. Мировые новости? Да, все знают, да, что у нас такое соревнование с Османской империей, да, идет. Да. Вот. И у нас есть результаты первой недели. Кстати, спасибо всем, кто был активен на первой неделе. Мы добились хороших результатов. У нас большой плюс по сравнению с прошлым годом. Но Османская империя впереди пока что по результатам недели номер один. Поэтому нам надо подтянуться. Ну а как у нас происходит сейчас неделя номер два, календарная, да, и первая неделя больших недель, нам расскажут наши гости, которые пришли и с нетерпением ждут выхода в эфир. Это директор по продажам, да, территории Запад, директор по продажам территории Восток, Евгений Мельников и Евгений Ажмякин. Здравствуйте, дорогие лидеры! Мы поздравляем вас с началом пуш-периода, значимого пуш-периода, который важен для нас не только потому, что он открывает наш 2014 год, но от результатов этого пуш-периода, от результатов больших недель во многом будет зависеть и результат первого квартала, и, в общем-то, всего года в целом. И я с большим удовольствием хочу сказать, что на настоящий момент, на утро сегодняшнего дня, наша цель выполнена более чем на 10%. И наши лидеры, регионы, которые достигли наивысших результатов по абсолютным продажам, я готов огласить пятерку лидеров. На пятом месте у нас Южный регион. Четвертое место занимает Северо-Западный регион по абсолютным продажам. На третьем месте регион Москва. И с большим отрывом лидируют наши два региона. Это Казахстан-Север и лидер по абсолютным продажам регион Казахстан-Юг. Такая же примерно расстановка сил у нас в 3% соотношении. И я хочу еще озвучить результаты по продажам наших лучших национальных дистрибьюторов. И на пятом месте по абсолютным продажам. Давайте начнем с седьмого, наверное, места. На седьмом месте у нас
Национальный дистрибьюторный центр Валентины Зуевой. Шестое место занимает Национальный дистрибьюторный центр Ирины Яковлевой. На пятом месте Национальный дистрибьюторный центр Аиды Играча Петросян. На четвертом месте Наталья и Михаил Сербины. На третьем месте Национальный дистрибьюторный центр Гульмары и Журсуна Мусиных. На втором месте по абсолютным продажам Заури Искакова и Муратхан Сарсенбаев. И на первом месте абсолютный лидер в ТАПово СНГ, дистрибьюторный центр Улмикен Каменова. Мы вас поздравляем с вашими достижениями. Желаем, конечно же, и дальше идти вперед, достигать цели, выполнять и перевыполнять обязательно личную цель. И всем консультантам и менеджерам, которые уже активно включились в наш пуш-период, мы желаем только успеха, победы, всем менеджерам выполнения цели. И каждому консультанту желаем выйти на самый высокий уровень и собрать все подарки по программе «Большие недели». Ну, а тем, кто пока еще у нас не включился в наш пуш-период, мы, безусловно, хотим пожелать как можно скорейшего включения в программу, достижения целей, выполнения целей группы вместе со своим менеджером. И у нас есть новости, которые вы сегодня еще узнаете, о том, какие подарки и какие специальные предложения нас ждут дополнительно на «Больших неделях». Женя? Спасибо, Евгений. Еще раз всем добрый день, наши уважаемые участники «Бодрого понедельника». Ну а я продолжу в тему нашего пуш-периода, который сейчас в полном разгаре. И для тех, кто еще не включился, как сказал Евгений, обязательно должны включиться именно на этой неделе. Почему именно этой? Потому что за то, что вы сделаете два квалификационных заказа на этой неделе, разместите, вы получаете возможность, начиная с третьей недели, продавать вот такой, предлагать своим гостям вот такой вот набор олимпийских хит-парадов наших. Это уникальное наше изделие, вот в такой цветовой гамме, очень интересно. Я обязательно хочу, чтобы все присоединились, каждый консультант, который еще не активен или не выполнил две квалификационных презентации, обязательно добиться этого уровня. Ну а на третьей неделе, вдобавок к нашим хит-парадам, в таком замечательной цветовой гамме олимпийской, вам добавится за выход на три квалификационных презентации еще вот такое замечательное спецпредложение, новая сахарница с такой новой красивой крышкой. Да, покажи, пожалуйста, Евгений. Вот. Обязательно нужно воспользоваться всеми этими предложениями и многими другими, которые еще дополнительно у нас с вами будут действовать, начиная с завтрашнего дня, но это об этом вам расскажут ребята далее. Ну а я еще хочу сказать, что мы по результатам каждой недели, то есть второй недели и третьей недели, будем опубликовывать наши олимпийские лиги наших лучших менеджеров и лучших консультантов в каждом регионе, те, кто у нас выйдут на 2 и 3, соответственно, квалификационных презентации по результатам этих недель. Ну что ж, еще раз вас всех поздравляем с успешным стартом, с активным началом, ну и пожелаем вам хороших результатов. Ну, хороших результатов — это значит выполнение цели каждого лично и групповых, и, соответственно, дистрибьюторным центром и всем кластерам ТАПов СНГ. Поздравляем еще раз. И хочу добавить, что, конечно же, мы будем побеждать Турцию обязательно, поэтому не забывайте, что соревнование уже идет. Мы желаем вам успеха и победы. Спасибо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Ну что ж, мы переходим к непосредственно большим неделям и все, что с ними связано. Буквально завтра у нас начнется третья неделя. Я вам напоминаю, что у нас закрытие теперь происходит по понедельникам, да, до обеда завтрашнего дня, и с 12 часов вторника у нас начинается неделя номер 3. И для третьей недели мы подготовили интересные специальные предложения, интересные усиления, о которых мы вам сейчас и расскажем. Итак, первое, наверное, самое значимое, да? Это действующие подарки. Ты хочешь с подарком? За активность. А усиление потом расскажем. А усиление потом. Ну, давай рассказывай про подарки. Мы напомним, что у нас на каждой неделе мы делаем подарок за активность квалификационную и лидерскую. Чудесный, красивый наш набор можно собрать за 4 недели ножей и разделочных досточек. Такой вот чудесный набор на каждой неделе. Ножи, соответственно, за квалификационную презентацию, один нож, и за лидерскую квалификацию, размещение лидерского заказа. А вот такой вот чудесный, красивый досточки, которые идут в дополнение к ножам и составят вместе у вас прекрасную коллекцию
для нарезки различных продуктов. Типов продуктов, да, но все, кто был активен все 4 недели, квалификационные лидерские, получают для себя сумку Chain of Confidence, в которую можно положить эти ножи и доски и транспортировать их на пати. На пати. Окей, кстати, по сценарию я был прав. Ну, да. Теперь мы расскажем вам про третью неделю, усиление нашей третьей недели. И я хочу начать с групповой активности. Групповой активности. Итак, у нас с третьей недели начинается групповая активность, стопроцентная квалификационная активность. Да, и у нас будут подарки для консультантов и менеджеров. Для всех консультантов группы, которых достигнут стопроцентной квалификационной активности, и вы при этом разместите квалификационный заказ, в подарок вы получите вот такое новое изделие, да, кувшинчик 500 мл с коллекции «Прелюдия». Да, всего в красивом черном, черно-белом, черно-белых цветах красиво. Напоминаю, что можно в сумме заработать 3 кувшина таких на 3, 4, 5 недели. Для каждого консультанта в группе с квалификационной, повторимся, активностью при условии размещения квалификационного заказа. Для менеджеров, чьи группы достигнут 100% квалификационной активности, у нас в подарок для групп, у которых более 30 человек, кружки, которые у нас менеджеры получают с маленькими группами за выполнение цели, кружки с нанесением изделий Тапова. Да. На них можно, во-первых, рисовать карандашами, здесь очень много интересных изделий, они все так красочно расположены, поэтому зарабатывайте и получаете. Джордж, и что у нас будет в подарок менеджерам за 100% активность в группе? Квалификационную активность. Да, квалификационную активность в группе. Для группы с менеджером с количеством консультантов менее 30 человек будет кувшин «Прелюдия» большой, 1 литр, да, в тоже в черном красивом цветах. Поэтому доводите вашу группу до 100% квалификационной активности и зарабатывайте дополнительные подарки на больших неделях. Таким чудесным подарком за квалификационную лидерскую активность может добавиться еще и в такой вот набор чашек. И менеджерам по крупной группе вам повезло, у вас может быть, помимо подарков, так как еще и целых 3 вот таких вот набора чашек с плитами изделий Тапова. Далее у нас стартовала акция на третью неделю. Программа называется 600 за 600. 600 за 600. В Украине она называется 180 на 180. В Казахстане 300 за 300. И сейчас мы расскажем вам, почему. Программа такова, что вау. На третьей неделе наши гости, разместив любой заказ на 600 рублей, получают возможность сэкономить почти 600 рублей и купить за 600 рублей вот это замечательное изделие, которое у нас есть в каталоге, уникальное, можно сказать, изделие. Это новая скалка со съемными кольцами. Вот такое вот у нас изделие, оно обладает всем, во-первых, функционалом прошлой скалки, которая у нас была и долго нас радовала в каталоге, а также, конечно же, дополнительным функционалом. Благодаря вот этим кольцам вы можете раскатывать тесто двойной, да, двух видов толщины. И более того, потом даже этими кольцами вырезать. Да, у нас есть, как раз есть тесто на них уже. Ну, естественно, отверстие заливное для воды, для того, чтобы тесто не прилипало к скалке. А также я знаю, что некоторые женщины прячут алкоголь от своих мужчин в этом замечательном изделии. Ну что ж, встречайте еще раз. Каждый гость при размещении заказа на 600 рублей и более может приобрести скалку тоже за 600 рублей. Причем это предложение суммируется, да. То есть экономия на 600 рублей, и это предложение почти 600 рублей экономии, и это предложение суммируется с другими РУ-предложениями, распродажами с условиями. То есть в дальнейшем, выходя на уровень 1599, вы также можете взять это предложение, то, которое находится на уровне РУ. Еще раз хочу напомнить еще об одном усилении с третьей недели. Да, у нас дополнительные специальные предложения появились в программе. Обязательно уточняйте, какие специальные предложения для вашего дистрибьюторного центра появились у дистрибьютора. Мы вам скажем про все. Это у нас будет пармезаница из серии, конечно же, Allegro такой же. То есть в дополнение к вот этому специальному предложению наши хозяйки, это для хозяйки. Это подарок для, да, хозяйки, подарок для 250. Могут, получить себе в подарок. Также у нас будет замесочное блюдо в розовом цвете, объемом 2 литра. Это будет у нас при условии покупки из каталога изделия, при условии покупки на 1599 рублей. Да. И дополнительный РУ у нас будет на 2599 рублей. Это наши емкости бизнес-ланч, да, для разогрева, такие же, как у нас сейчас в программе, но большего объема. Опять же таки, экономим 50% при размещении заказа на изделии из каталога на сумму 2599 рублей.
отличное, отличное усиление. То есть мы сможем очень качественно провести недели. Есть целое большое количество вариантов, которые может приобрести для себя гость. И для каждого гостя имеет смысл поучаствовать не в одной домашней презентации, не в одной пати в течение пуш-периода, в течение больших недель, а поучаствовать в нескольких, потому что есть различные варианты того, как вы можете, какие изделия вы можете предложить ему и как порадовать своего драгоценного гостя. Да. Джордж, что у нас еще есть? У нас с вами действует листовка «Кухня», термосервователь, да? Так, давай я же с кухни начну, давай я скажу про кухню. «Кухня твоей мечты» – отличный инструмент, который должен помочь нам выполнить цели больших недель, инструмент, который направлен на привлечение людей в бизнес, назначение пати, поощрение хостес, а также с, начиная уже со второй недели, данная листовка действует как набор успеха, то есть любой набор из этой листовки может стать вашим или вашего гостя первым набором успеха. То есть человек, гость может приобрести это изделие, и через неделю вдруг он решил присоединиться к бизнесу. Ему не надо покупать новый набор успеха, он просто приходит с этим сетом, показывает, что он его приобрел на пати и становится консультантом. Это сделать он может вплоть до 9-й недели. В случае приобретения, естественно, до 5-й, правильно? Да, естественно. Пока действует, да, пока действует листовка. То есть, таким образом, кроме привлечения внимания, еще и рекрутирования, да, становится эта листовка наша «Кухня твоей мечты», действительно «Кухня твоей мечты». Ну и после того, как они стали наборами успеха, я бы даже добавил, что и «Кухня твоих возможностей». Конечно. «Кухня твоих возможностей». Но помимо этого у нас действует стандартная программа по рекрутированию. Не зря у нас стоит чудесное изделие. Это термосервирователь. Да, необычный термосервирователь. Вы знакомы уже с такой коллекцией. Он в красивом бело-фиолетовом цвете. И в отличие от классического термосервирователя, который представлен в каталоге, он имеет прекрасную такую ручку, ручку на своей крышке, за которую, естественно, намного удобнее. Можно снять, допустим, если вы хотите белый цвет красный. Да. И он полностью фиолетовый. Ну и, конечно же, топовое все дизайнерски выверено. И легко вставляем, крышка вставляется обратно, и вы можете ее использовать. И такая крышка становится, естественно, и украшением, как все изделия топовые, и очень функциональным элементом вашей кухни. Это подарок каждому рекрутеру за нового консультанта после выполнения, естественно, нового консультанта квалификации. Ну что ж, Джордж, у нас по большим неделям все. Я еще раз вам напоминаю, что заканчивается вторая неделя, поэтому размещайте заказы, становитесь полноправными участниками. Как сказать правильно, Олимпийского движения. И возможность получать, возможность продавать хит-парады, которые раскрашены в цвет олимпийских колец. Ну что же, все. Мы с разговоров про кухню твоей мечты, наверное, переместимся на кухню нашей мечты, благо мы уже, собственно, находимся. Да. И для того, чтобы всех порадовать, мы хотим приготовить рецепт. Рецепт, который вы уже знаете, если вы проводите вместе с нашей красивой пати. Это прекрасный рецепт, который есть в нашей листовке, больших недель. И вы уже угадываете, конечно, как настоящие профессионалы, что же это будет за рецепт в виде его изделия, которые к нему подготовлены. Это рецепт жаркое из цыпленка с болгарским перцем. Есть он в нашей чудесной листовке. Кажется, очень вкусно, Джордж. Да, и каждый, собственно говоря, наш гость может познакомиться с этим рецептом, а каждый консультант может его приготовить, уже приготовить у себя дома. Ну что ж, я так понимаю, что ты будешь у нас сегодня рулить рецептом, правильно? Ну что ж, давай разделяем обязанности тогда. Что нам надо сделать? Наш сегодня отсутствует, поэтому будем с тобой готовить и рассказывать про наши изделия. Да. Что нам нужно? У нас будет 8, нам есть, у нас есть уже несколько бедрышек цыпленка, две луковицы морковки, помидор, пара болгарских перцев, и зубчик чеснока, корень имбиря, соевый соус, мед, зелень по вкусу, соль, перец, собственно, тоже все по есть. Вкусу. Так, это у нас мед. Все у нас делается просто. Для этого нам понадобится, как видите, не так много изделий. Ключевое изделие этой программы – это будет ультрапро этого рецепта. Да, но у нас, кстати, специальный цене продается сейчас в программе, поэтому кто еще не приобрел себе ультрапро, обязательно поторопитесь и приобретите себе в домашней коллекции. О других достоинствах этого изделия мы скажем, когда мы перейдем непосредственно к нему. Также у нас есть умный холодильник, закусочный стаканчик, наш незаменимый поваренок, разделочная доска у нас есть, контейнер для специй, набор ножей, держатель для полотенца и замесочный блюдо, в котором мы держим
наши бедрышки. Бедрышки. Ну что же, первое, что нам нужно сделать, это очистить имбирь. Я уже сделал. С помощью омечечистки. Это мы уже сделали. Потом мы натираем имбирь на насадке терки из набора поваренок. Я, пожалуй, займусь этим, ты давай говори дальше, что делать. А я, собственно говоря, для маринада прогрею в ковше от шефа 1 литр мед, соевый соус и имбирь. Имбирь после того, как ты, собственно, конечно... Ну, давай, ты уже начинай. Одно еще изделие прекрасное, которое мы не сказали, это... Ковш от шефа. Ковш от шефа. Но мы его приготовили, он у нас стоит аккуратно и уже ждет своего часа. Отличный ковш. Пятислойное дно, очень эргономичная ручка. И сейчас наше чудесное спецпредложение немного подвинутся, в том числе подвинется даже наш подарок для менеджеров на программе «Больших недель» — изделие Tupper Cook. Надеюсь, теперь вы видите уже, что мы будем готовить. И мы, собственно, приступаем к готовке. Разогреваем. Ставим на разогрев наш ковш. Джордж, а я уже, ты знаешь, благодаря насадке для поваренка, корень имбиря, стёрж прошел. То есть все, у меня уже готово, поэтому тебе не придется меня ждать. Я хочу показать в камеру, да, насколько это просто, быстро. Вот смотрите, все, что осталось от имбиря, все это стерлось. И у нас имбирь, вот он весь здесь. Так что все видно, все хорошо. Вот. Давай тогда имбирь. Так, держи имбирь. И я нашел. А что мне дальше делать? Ты меня не проинструктировал? Есть следующий пункт. Так, следующий пункт – положить бедрышки в замесочное блюдо и залить их маринадом, поставить в холодильник на некоторое время. То есть я жду тебя, мне нужен маринад. Уже так, да, начинать? Да, давай я буду тогда делать гарнир. Мне надо будет нарезать наши овощи ломтиками и чтобы потом уложить на нижний слой бум-бум-бум. Ультрапро. Ультрапро, да. Овощи, овощи, овощи. Я буду резать помидор, болгарский перец и лук. И морковь. А морковь я тоже буду ломтиками, да, резать. Ну все, в общем, я начинаю тогда нарезку. Буду я, конечно же, пользоваться ножом от шефа из коллекции «Универсал». Пока Джордж у нас готовит. Мой любимый нож и любимая коллекция тоже. Перчик мы сейчас вырежем. Очень аккуратненько. Так. Я начинаю разогревать. Мед очень красиво смешивается с соевым соусом. Прямо такое, знаешь... Мне кажется, как похоже на мурацкое стекло, такое золото с... Да? Да, то ли с... А ты разогрел ковш, так сразу начинаешь? Конечно, конечно. Он греется потихонечку и продолжает нагреваться. А я беру имбирь и тоже досыпаю его сюда. Так, я буду резать вот такими волосочками. Очень легко режется, очень острые ножи, практически не тупятся благодаря особой заточке. Долгое время у вас будут острые-острые ножи. Но если затупятся, просто возьмите нашу точилку для ножей, и ножи станут опять такими же острыми, как после завода. Так, перчик почти готов. Джош, как у тебя там дела? Потихоньку пробивается. А ты вообще любишь блюда на основе соевого соуса? Знаешь, я больше использую соевый соус, как, наверное, большинство людей в нашей стране. При употреблении продуктов. Да, да. Да, японской кухни. Но, тем не менее, соевый соус очень приятная вещь. Он может вам скрасить и... Ну, в рис, ты знаешь, неплохо. Любое, да, блюдо. А мне очень, да, нравится, например, я с тобой согласен, рис с соевым соусом в качестве обычной этой. Вот, совсем закипело, не закипело, потому что ты чувствуешь этот прекрасный запах, который чувствую я. Нет, еще не чувствую. Ну, тогда придется тебе принести его почувствовать сразу. Закарамелизовался у нас немного мед, и соевый соус мешает это сделать. Вот так вот. Мне кажется, очень вкусно. Да. Ну и что, собственно говоря? Мы добавляем соуса в бедрышки, да? Да, мы добавляем соус в бедрышки. Я почти закончил с овощами. Для того, чтобы ускорить рецепт, мы не будем маринад этот оставлять в холодильнике. В холодильнике. Он у нас уже частично приготовлен, собственно. Наши бедрышки уже частично в нем полежали, специально для нашей программы. Ну, а сейчас поэтому мы начнем сразу, как только Майкл закончит. Так, а чесночок мы куда добавляем? Посмотри в рецепт. Чесночок мы добавляем, собственно, тоже в овощи. Так, я помидорку, пожалуй, возьму нож для овощей. Отлично. Мне он больше не нравится. Маринад. Потрясающий нож для овощей, режет помидоры, вообще не ломает. Вот, кстати, обратите внимание, в коллекции «Универсал» у нас нож для овощей с волнистой такой заточкой.
что позволяет резать овощи еще лучше. Я не хочу сказать, что у нас нож от шефа хуже, вот, но просто альтернативная заточка, которая также не портит наши помидорки, да, которые мы сейчас используем. Ну, а что, я тем временем тогда помогу тебе своего позволения. А я все уже, знаешь. Нет, я помогу тебе в другом плане. А лук я добавляю тоже в овощи, да, Джош? Да, я думаю, что мы можем овощи слоями в кастрюлю. Вот так, крупнее да. Лучок сделаем, чтобы... И я сразу слоями сначала добавлять. Давай. А сверху мы ставим бедрышки на крышку кастрюли Ультрапро и ставим в кухонный шкаф на 40 минут. Поэтому нам придется наслаждаться уже. Прям слоями, да, все добавляем? Ну, можно слоями, можно и так. Мы разнообразим, и перчиком уже выложим просто так. Ну да, я думаю, перец слоями выкладывать. Смысл никак. Так, лучок. Что я расскажу вам про Ультрапро? Ультрапро – это уникальное изделие. Изделие, которое есть только у компании Tapuo. Изделие сделано из сосового полимера, жидкокристаллического, да, мы его называем? Да, жидкокристаллического. Прекрасный полимер, удерживающий очень высокие температуры. От минус 25 до 250. Да, до 250. Это чудесное изделие. Благодаря этому это, наверное, единственное в мире изделие из полимера, которое можно использовать в духовом шкафу. Угу. Ну, я имею в виду, конечно, из полимера, который может быть доступен для всех людей, каждого человека на этой планете. Еще морковочки чуть добавим. Да. Я, знаешь, вчера жарил дома в Ультрапро, выпекал рыбку. Очень вкусно получилось, да, рада, да, мне удалось. И хотелось бы отметить, кстати говоря, что сейчас, ты уже об этом говорил, Ультрапро является спецпредложением, и всего за 3500 его можно приобрести у вашего консультанта в любое у вас время до конца этого пуш-периода. А, кстати, что хотелось бы мне отдельно сказать для консультантов уже, что всего лишь 3 проданных Ультрапро, проданных красиво и легко с таким рецептом, принесут вам уже лидерский заказ, почти лидерский заказ, который вы можете, естественно... Почему почти? 10500 получится. 10500, да, уже лидерский заказ, который вы сможете, естественно, порадовать себя и тем, что вы получите прекрасный, огромный набор изделий, которые у нас... Есть. Это нормальная ситуация, в принципе, да. Потому что кухня. Наша кухня, наш бодрый понедельник, все, работа кипит. Вот. Скоро, если будут люди ужинать на заднем плане, обедать. Что скажешь, время обеда, давайте сворачивать. Итак, это будет уже лидерский заказ, потому что, впрочем, это набор ножей, набор нож и доска, разделочная доска. Ну что, мы положим, наверное, может, все сразу? Думаешь, ставить? Это, кстати, тоже уникальная вещь в наборе Ультрапро. Благодаря тому специальной форме крышек Ультрапро можно делать, приготовить все изделия в 2 яруса. Мне кажется, это очень прекрасная вещь. Все. Давай, с какой температурой мы? Я думаю, можно долить, залить это все. Добить соусом? Добить соусом. Так. Это последний пункт, Майкл. Ну и 40 минут на 180 градусов. Отлично. Так, давай, поставлю себе бровь. Я всегда не против. Ну что же, вот такой вот чудесный рецепт получается у нас вместе с вами. Мы приготовили его для вас. Всего пройдет около 40 минут, и когда наконец-то этот рецепт окажется у нас, на столе. Естественно, мы не смеем вас задерживать на эти 40 минут, но напомним вам вкратце, как этот рецепт приготовить для того, чтобы вы это сделали легко у себя дома, а еще лучше на своей презентации дома у своей хозяйки. Надо всего лишь нарезать, почистить имбирь, потом натереть его на поваренке, на специальной насадке, которая есть у поваренка, смешать с медом и соевым соусом, разогреть, из этого сделать маринад, который прекрасно прогреет, простоится в бедрышках, нарезать овощи, выложить их в Ультрапро и поставить в и сверху на перевернутой крышке поставить 180 градусов на 40 минут и курочка будет готова. Курочка на самом деле она делается очень быстро, температура высокая там не нужна, поэтому мы обязательно покажем, что получилось в записи, которую мы выкладываем на сайте Tapuo CC, обязательно после, не знаю, ну, наверное, завтра, да, уже вы сможете увидеть результат, поэтому, если вы какой-то момент упустили, какую-то акцию, какое-то усиление, смотрите все записи, которые были «Бодрый понедельник» в архиве на Tapuo CC, да. Ну что же, я советую вам не терять сегодняшнего дня, еще есть его время, еще есть время разместить все заказы, получить чудесные подарки от Tapuo, ну и, конечно, на 3, 4 и 5 неделе получать те дополнительные подарки, пользоваться теми дополнительными усилениями, которые мы вам предложили и сегодня с вами вам рассказали. Ну и каждый день, да. Войти в ту Олимпийскую лигу, которая
говорили Евгений. А также каждую неделю оставайтесь с нами, потому что каждую неделю мы будем добавлять что-то новенькое, что-то интересное в программу для того, чтобы поддержать энтузиазм и интригу да, в достижении цели больших недель. Увидимся с вами в следующий понедельник. С вами были Джордж и Майкл. Оставайтесь с нами вместе с Стапом. Все? Прошло 40 минут, и как мы обещали, мы хотим показать вам наше прекрасное блюдо. Мы готовили сегодня курочку с овощами, да. Готовили ее в прекрасном изделии Ультрапро. Объем 3,5 литра в крышке как раз двумя слоями, двумя ярусами, да, мы говорили, что у нас многофункциональные изделия, можно готовить сразу два блюда. И что же у нас получилось, да, действительно? У нас очень аппетитно все получилось. Позволение поставлю. Нет, нельзя. Такие вот красивые получились у нас курочка. И что же у нас с овощами? Хорошо. Вот такие вот красивые, чудесные овощи. Ну что же, давай попробуем посмотреть, что у нас. Насколько это вкусно. Я уже чувствую, что вкусно это действительно. Нереально просто. Один запах сводит меня с ума. Напомню, что мы мариновали его с имбирем. Соевым соусом и медом. Соевым соусом и медом. То есть курочка должна быть просто восхитительна. Так, овощи. Ну и овощи благодаря нашим чудесным изделиям тоже были легко порезаны ножами. И, конечно, твои помидоры, которые ты так красиво нарезал нашим специальным ножом для овощей, который совершенно не портит сам помидор. Я, к сожалению, не умею укладывать, как наш шеф-повар, но да. Вкус от этого не портится. Вот такая вот чудесная и очень вкусная получилась у нас курочка. Ну, сейчас вкусное мы, конечно, сейчас уточним. Сейчас попробуем, этот вопрос. Да. Ну, насчет красивой, это точно. О, Джордж, давай. Так, я кожицу не буду, с твоего позволения. Да. Ты ешь курицу? Куриную кожицу, нет? Уже нет. Почему? Да. Раньше ты любил, да? Ну что же, давай. Запах меда я прям чувствую. Свой, да, кстати, чувствуется. Да. Очень нежный. Да. Очень ароматный. И мед ощущается. Отличный рецепт. Поэтому очень вкусный. Готовьте на домашних пати. Очень хороший. Пати, да. И еще раз подчеркну, что очень простой в приготовлении. И тем не менее вы демонстрируете блокбастер компании Тапла. Что ж, очень вкусно. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь. Да, у нас постоянно заходят люди, не дают нам расстоять. Ну что ж, мы представили вам изделие Ультрапро 3,5 литра с крышкой, готовили двумя ярусами. Обязательно демонстрируйте это изделие на ваших пати, достигайте высоких уровней продаж, потому что изделие, продав всего 3 экземпляра, вы сразу достигнете лидерского уровня продаж и получите себе в подарок замечательные ножи и дозы. Правильно, Джордж? Да. Готовьте стапу, оставайтесь с нами, увидимся в следующем понедельник.